Сатурн. Да, вот это наш Сатурн. 1 440 000 000 километров до него. 11 мая 2020 год, 3:43 по Киеву. С такими настройками еще не снимал. Посмотрим, что будет на большом экране. Как это будет выглядеть. Сейчас. Канун в лето. Ладно, посмотрим пока на более яркие объекты Юпитера. Минимальное все, в общем, все самое темное, что попытка на темном небе снять. Теперь Юпитер. Не вижу я полос. А будет небо посветлее, увижу. Будем надеяться. Вручную пытаюсь настройки. Резкости исправить. Ну, какие-то полосы видны, по-моему. И даже, по-моему, я слева уже вижу. Мелькает Европа и Ганимед. То есть Ива и Ганимед спутники. Справа не вижу ни Каллисто. Да. Не видно. Так. Перемещаемся, тут у нас деревья пошли, снимем луну, для этого дубля достаточно, думаю.
Так, все, отошел. До Сатурна 1 440 000 000 километров, до Юпитера 701 000 000 километров и до Луны 370 000 километров. Стих ветер удачно. Да, небо не совсем чисто. Видел я падение сегодня метеорита красивейшее, но, к сожалению, камера не была включена, да и вряд ли она среагировала бы на такую красотищу. Секунду, доли секунды. Аристарх вползает. Кадр. Ладушки. Одиннадцатое мая 2013 год, Харьков. 2020 год.